Спасибо за участие в выставке. Хотелось отметить, что та стабильность, которая возникла уже много лет тому назад, она не подвергается никакому сомнению. И все те участники, которые были с нами и открывали первую выставку 14 лет тому назад, они сегодня с нами. Это говорит именно о стабильности тех организаций, которые принимают участие в этой выставке. Их более 100. Это крупные девелоперы, крупные строители, крупные риэлторы. И, как положено для рынка недвижимости, огромное количество финансовых институтов, которые сопровождают все наши сделки. И несмотря на те усилия, которые в Москве предпринимаются, объемы жилищного строительства и коммерческого значительно упали, и сегодня все строители, все девелоперы работают на территории в Московской области. Поэтому участие руководства Московской области чрезвычайно важно для нас. Я надеюсь, что выставка будет такой же интересной, как и все предыдущие годы. Спасибо. Объявляю 29-ю ежегодную городскую специализированную выставку-ярмарку «Недвижимость» открытой. Принимает участие в очередной 29-й выставке недвижимости. Это событие всегда очень значимо для нас, мы к нему очень тщательно готовимся, потому что мы представляем для рынка самые лучшие проекты. Основной идеей, которая заложена во все наши проекты, это повышение качества жизни людей, которые в будущем будут жить, может быть, даже работать. В комплексах всегда будет представлен ритейл, всегда будет представлен спорт. Особое внимание хочется уделить международному проекту Art Public Towers, идеи которой является самая большая картина в мире, высотой 140 квадратных метров и площадью 140 тысяч квадратных метров. Надеюсь, что этот проект войдет в книгу рекордов Гиннесса. Я желаю концерну «Крост», я желаю всем своим коллегам удачи во всех начинаниях, потому что все они направлены на развитие города, на развитие уровня и повышение качества жизни.